Тяжело играть с такой командой. Не знаю. Есть там игроки такие высокопоставленные, как Абрамов Сергей. Лидер команды, который тащит с собой команду. Пропустили голы на своих ошибках. За спину упустили игроков. Аут, там, угловой тоже вот этот. Пенальти, красная карточка. Это, я думаю, это подарки. Могли сыграть лучше. Будем, завтра выйдем с другим настроем. Надо выходить и доказывать. Там не знаю, что сказать даже. Твой главный тренер Слава Анатольевич нам только что сказал, что не хватил какой-то заряженности. Может быть, в чем проблема такого, ну, недостатка, что ли? Не хватает эмоций, я думаю. Потому что когда также отбиваем мяч, вратарь отбивает мяч, где-то не подбадриваем. Ну, эмоции нужны команде, как бы, и со скамейки надо подбадривать игроков, чтобы какой-то дух был. Не знаю.